Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Настроил я хорошо свет, принес сюда свои софиты. Так, поговорим сегодня про OnePlus 3T. Смартфон классный, есть в нем свои плюсы, есть свои минусы, но в принципе он мне нравится. Нравится практически во всем. Ну, то есть из 5 баллов на 4 нравится, или из 10 баллов на 8. Ну, да, практически даже на 8,5, на 9 баллов нравится. Я же говорю, все нравится мне в нем, как бы и дизайн, и эргономика, как он лежит в руке, и производительность его, и автономность. Мы сегодня про производительность и поговорим как раз. И нравится звук в наушниках и фотокамера. Вот, а не нравятся мне две вещи. Не нравится в нем, как он пишет видео, и не нравится мне в нем то, что оптика AMOLED, его экран не такой крутой, как Samsung E7 и 7 Edge. Там мне понравились экраны, конечно, намного больше. И тут глупо что-то говорить, хаять в чем-то Samsung. Samsung молодцы. Так, давайте подложечку возьмем, вот такой чехольчик от 7 Plus используем. И сегодня мы его погоняем по бенчам. По бенчам и немножко поиграем. То бишь, сегодня будет тест на производительность. Сейчас стоят здесь две сим-карты мои. Отключаю. Брюлики ванны. Так. А, он уже сам подключился. Все, погнали. В первом обзоре мы поговорили про многие аспекты. Ну, я там про экран больше говорил, потому что у меня это вызвало негодование. А сейчас, сегодня, честно говоря, встретил людей с друзей. Оба себе купили пиксели XL. У одного прикольный вот этот цвет синий, у другого черный. Ну, честно скажу, синий опять же с белым мне не понравился, ребята. Синий сзади прикольный, но то, что он спереди белый, как понос какой-то выглядит. А вот черный Pixel XL выглядит обалденно. Ну, в общем, про что я говорю, ребята. Я уже сегодня смягчил свой гнев на милость. Ибо посмотрел на пикселях, которые стоят намного дороже, чем OnePlus 3T. Ё-моё, на пикселях, блин, даже все те же самые проблемы, что и на OnePlus 3T. Они тоже меркнут под солнцем сильнее, чем Samsung S7 и 7 Edge. Вот так. Только что Samsung по AMOLED-матрицам вне конкуренции. Samsung лайк. Так, погнали дальше. Ну, давайте начнем с бенча, наверное. Побенчуем сначала. Давайте в AIDU зайдем, посмотрим. Система, пускай, что он нам покажет. OnePlus 3T, фаблет, видите, как пишет, молодец. То бишь, фаблет это, короче, не до планшет и уже не смартфон. То бишь, правильнее сказать, большой смартфон. Так, 6 гигабайт всего памяти и 6457. Доступная память. Вот странно, ну это оперативка имеется. Оперативки 6 гигабайт доступно 4 гигабайт, это дофига круто. Так, из 54 доступно 30, то бишь у меня уже здесь подзабито. Ну и давайте, ну тут еще можно посмотреть еще информацию, подождите, ЦП. Центральный процессор, Qualcomm Snapdragon 821. Так, по 14-нанометровому техпроцессору выполнен. Это очень хорошо. Так, что тут еще посмотреть? Сеть, батарея. Ну, давайте батарею посмотрим. Батарея 95%. 3400 мАч. Так. Температура. Температурный показатель. Так, так, так. И Android. Какой здесь на лице? Сейчас я его обновил до Android, Nougat, до последней. Nougat 7.1.1. Что меня очень радует. Очень-очень. Так, ну, ребята, все, поскакали по тестам. По поводу GPS работы. GPS принимает он очень хорошо. Очень хорошо, но не эталонно. Гусь не эталонный, так, в этом плане. Ну, давайте начнем с чего-нибудь простенького. Вот Geekbench раскрутим. Соглашаемся. Run Benchmark. И, ребята, такая будет спойлер-загадка на будущее. В общем, в следующем обзоре, этот обзор я снимаю 29 марта, а в следующем обзоре будет у меня, появится конкурент этого смартфона. В общем, будет, ожидает вас кое-что интересное. Увидите.
Мне самому очень интересно, руки аж, блин, чешутся потестировать еще кое-что. В общем, будет оппонент у этого смартфона. Посмотрим, настолько ли этот гусь хорош, лапчатый, потому что тот смартфон тоже будет не лыком шит. В общем, всему свое время. Пока пользуюсь OnePlus 3T, все мне нравится, все классно-прекрасно. Немножко меня раздражал AMOLED-экран. Ну, у меня надо понять, что именно у меня и у ряда людей, ну, процентов, наверное, 60 моих знакомых, кто не переносят AMOLED-экраны. Причем раньше, я же говорю, есть такие товарищи, которые нифига не читают ни комментарии, не смотрят обзоры предыдущие, попали просто на видео первый раз и делают какие-то выводы неправильные. Потому что, ребята, первые выводы могут быть всегда неправильные, как о человеке, так и о технике. Поэтому я не тороплюсь с тестами. Я вот его купил, 7 дней ничего не выкладывал, никакие обзоры, потому что тестировал спокойно, вальяжно, не торопясь. А зачем мне торопиться? У меня канал некоммерческий. Вы это все как бы смотрите и получаете максимально достоверные выводы мною. Но опять же, понимаете, у каждого своя правда. Допустим, я же говорю, у меня вот я начал использовать AMOLED-матрицу экрана с 2007 года. С самых первых, это архитектура Samsung, разработка Samsung и производство его AMOLED-матрицы. И пропользовался до 2016 года, 9 лет. Вот год назад у меня вот начали от AMOLED-экранов уставать глаза. А до этого, когда еще давно-давно говорил чувачок, один мужичок, Дмитрий Калинин, есть обзорщик хороший, живет в городе Владимир, прикольный дядька. Блин, он когда говорил, что там AMOLED экранов, у него устают глаза, я не то чтобы не верил ему, я думал, как-то мимо ушей просто пропускал. Я не думал, что это глупость или чушь, я просто это пропускал мимо ушей, как бы думал, ну устают у него, устают, он там в очках ходит, мало ли, проблема со зрением. А потом у меня у самого, у меня проблем нет, слава богу, я постоянно хожу к окулисту, к офтальмологу, проверяюсь. Ну, просто для меня зрение это все. Я снайпер, для меня зрение это все. Понимаете? И заметил такую петрушку, то, что спустя 9 лет после использования AMOLED-архитектуры экранов смартфонов или планшетов, у меня планшеты Galaxy Tab S, Galaxy Tab S2, самый дорогой из Android-планшетов сейчас, я им вообще перестал пользоваться. Вот он новенький лежит запакованный. Скорее всего, там у друга, короче, тетка купит его. Короче, ну и к какому выводу я пришел, подытаживаем то, что я же говорю, кому-то может AMOLED напрягать зрение, кому-то нет, но я же говорю, перед тем, как мне стало напрягать, практически 10 лет я ими пропользовался, поэтому не надо писать глупости, есть такие люди, такие уникумы находятся, которые говорят, я купил его 3 дня, однако пользуюсь, все хорошо, хорошо. Какой хорошо, чувак, пропользуйся им там лет 5-10, вот тогда посмотрим, как у тебя будет хорошо со зрением. А от IPS, от IPS-ок, от планшетов, от смартфонов, от мониторов, от телеков на IPS-матрицу. У меня ничего не устает, ничего не болит. И могу я за ними просидеть намного дольше, нежели за AMOLED. От AMOLED, к примеру, я просижу за день 3-4 часа. У меня вот уже такой дискомфорт начинается. Может, даже быстрее начинается, по-разному, в общем. А на AMOLED-ах, я же говорю, на IPS-ах могу целый день просидеть, вообще никакого такого дискомфорта не будет, покраснения глаз не будет. Это все очень индивидуально, ребята, поэтому не надо ссать кипятком там и утверждать, что это дождь. Вот, смотрите, 1844, 4379 набирает в Geekbench, очень хорошие показатели, но, ребята, опять, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с черным гоботом, если сравнивать с айфоном 7 плюсом, с айфоном 7, то, конечно, они его порвут. Но, опять же, насколько правильно сравнивать, потому что разная ценовая политика. Смартфон 1100 баксов стоит, смартфон 500 баксов стоит. Естественно, тот в 2 раза дороже. Можно сказать, он должен быть и в 2 раза мощнее. Хотя нет, ребята, этот в чем-то может даже быть круче, чем более дорогие устройства. Я вот с этой глупостью, с этим примитивизмом борюсь всю свою жизнь. Если вещь более дорогая, это не значит, что она более качественная или более лучшая. К примеру, если вы покушали в дешевом ресторанчике за 2000 рублей, ну, короче, в переводе на доллары, кто с других стран, за 30 долларов, это не значит, что в ресторанчике за 150 долларов в другом вас накормят лучше намного, то бишь за 9000 рублей в другом ресторанчике мы покушали, к примеру, и там нельзя сказать, что будет лучше. Все зависит от поваров. Так и тут все зависит от фирм-производителей, от оптимизации данного смартфона и от куча-куча процессов. Еще не буду углубляться. Так, поехали дальше. Давайте, короче, все, не буду гонять по всем тестам. Давайте Antutu запустим. Antutu. Так, что-то он
Шойд. Что-то я не понял, по-моему. А, нет, все правильно, все нормально. Давайте громче сделаем. В общем, везде есть плюсы и минусы. Я же говорю, безупречных людей нету. Безупречных смартфонов нету. Человек – существо не идеальное, и творение рук его не идеальное. Любое, хоть это, хоть вот это, понимаете. Везде найдутся свои плюсы, свои минусы. Просто не стоит, я же говорю, циклиться на каких-то брендах или еще на чем-то. Я был раньше большой любитель только Samsung и LG. До этого, потом стал еще Apple любитель. До этого еще ранее, если глубнуть раньше, был любителем только Samsung и только Nokia. Когда Nokia была там, вау, Symbian только появился, это вообще было что-то с чем-то. Потому что до этого пользовались КПК-шками Palm, ну для тех, кто в теме, что это вообще такое. Ну, считали их вообще эталонными гаджетами. Они назывались раньше наладонники. Большие были такие фигнюшки, были и со стилусами. И без стилусов. В общем, потом Nokia, я же говорю, взяла пальму первенства у мобильных этих устройств умных. А потом, ребята, все мы знаем, куда канула Nokia. Ну вот, в 17 году, дай бог, чтобы Nokia расправила крылья и что-нибудь привнесла в станы Android-смартфонов такое классное, прекрасное. Как принесла в свое время фирма OnePlus. Мне OnePlus очень импонирует фирма. Очень понравился OnePlus 1, не очень. Ну, более-менее понравился OnePlus 2, очень понравился OnePlus 3 и очень понравился OnePlus 3T, вот этот. Все в нем классно, прекрасно, я же говорю, но это у меня лично не приязнь к AMOLED-матрицам, поэтому вы должны иметь лично свое мнение по этому поводу, чтобы я вам не навязывал свое мнение в этом, в данном аспекте. Ну, а естественно, чтобы приобрести свое мнение, нужно пользоваться AMOLED экраном не день, не месяц, не год и не два, а много лет пропользоваться, тогда AMOLED-технологии, вот экраны с такой технологией, тогда уже сможете сделать какое-то свое мнение. А пока ваши суждения скоровременны о данном продукте. Попользуйтесь долго, тогда сделайте вывод правильный, что вам больше подходит. Так, что-то я не понял, какой-то странный бенчмаркинг. Что-то он здесь проходит, там не проходит тест. Надо выйти, перезагрузить. Так. Что-то не пойму я, ребят, почему такая петрушка. Давайте еще раз зайдем. Может быть, надо было докачать. Сейчас, секундочку. А, ну вот все правильно, их два, короче, вот этот заходим, значит. Тут, короче, закачиваешь один, да, все. Вот первый раз буду проходить на нем. Да что такое? А, нужно еще разрешение поставить. Сейчас, ребята, поставлю на паузу, тут все. На паузу можно было не ставить. Выставил разрешение, бенчмарк, версия 6.2.7, по-моему, или 6.7.2, сейчас посмотрим, ладно. Ну, короче, последняя. Мне очень нравятся, очень импонируют смартфоны из металла. Айфончики все, в принципе, заходят на ура. OnePlus 3 и 3T на ура вообще, мне очень нравится использовать. Вот HTC молодцы, тоже из металла выпускают смартфоны. Ну, последний смартфон, блин, вышел из стекла. HTC Ultra, как-то не знаю. Huawei из металла выходят, молодцы. Пиксели, ребята, как-то вот половина у них из металла, половина сзади на балдяжник из стекла. За 2-3 месяца использования у тех, я видел, кто его приобретал, уже, ребята, в хлам расцарапано это стекло. И самый бред, что они не могут найти вот такие пленочки заказать, которые бы клеились полностью на заднее стекло. В общем, вот такие вот петрушки, я же говорю, из пластика, мне вообще не импонируют смартфоны. Ну, хотя, надо понимать, что пластик самый практичный материал, если вы уронили какой-нибудь LG G4, LG Nexus 5X, Galaxy S4, там Galaxy S3, ну, я сейчас такие старые смартфоны перечисляю, но, тем не менее, им практически ничего не будет. Будут царапки на пластике. Сейчас немножко потише сделаю. Будут царапки на пластике и не более. OnePlus 3 у меня был, я его уронил, короче, блин, в спортзале на гирю. Этот уронил, как-то он пролетел, я не знаю, может, по касательной, может, там чиркнул и все. Я даже не нашел, потому что нету нигде
Ни коцок, ни царапок, ничего. На 3Т у меня были... Фу, на 3Ке у меня были конкретные вот здесь в Боинге. Здесь же все шикарно. Я же говорю, ну просто может как-то зацепил и все, и не так. Для него это осталось без последствий. Ну, ребята, больше чем пластик, я не люблю смартфоны из стекла. Сейчас их, как назло, начали штамповать помимо Sony. Samsung подключился к этой фигне. И меня это, конечно, напрягает. S6H выходили, S6H+, Енот 5, Енот 7 вышел из стекла. Samsung S7, S7 меньше стекла. И теперь, блин, опять 25, Samsung S8 выходит из стекла. И еще туда же, блин, южнокорейская вторая фирма ихняя, блин, LG-шка, тоже подключилась к этой гонке, блин, тоже в стекле заделала свой LG G6. Мне это, конечно, ну, мягко говоря, не впечатляет. А так я прям расстроен из-за этого, потому что я жгу как стекло, как материал для смартфона. С одной стороны, выглядит классно, может, оно сейчас свет, если выключить. Не, нифига. Полоса какая-то на экране. С другой стороны, ребята, это очень непрактичная канитель. Ага, вот так, нашел, как побороть полосу. Давайте я пока поставлю на паузу, чтобы не размусоливать, пока тест подойдет к концу, посмотрим потом. Итак, все, тест подошел к концу. 153 тысячи баллов набрал OnePlus 3T. RST-версия, не хухры-мухры, а именно RST-версия. Так. Первая в мире RST-версия тестируется. Сейчас вам даже коробочку покажу. А то почему-то находится какой-нибудь кадр в каждом обзоре, спрашивает, а это точно OnePlus 3T? Откуда у вас RST-версия? Ребята, проснитесь, был всероссийский старт продаж уже пошел. Ну вот, коробочку, в общем, показал вдоль и поперек. Так, ладно, убираем коробочку. В общем, по баллам все очень неплохо. Давайте его потрогаем по нагреву. По нагреву он нагрелся не сильно. Нагрелся, но не сильно. Ну, все как всегда нагревается. В общем, в принципе, экран, верхняя часть экрана, где отводы стоят, получаются, и задняя часть вокруг камеры. Ну, этот, кстати, немножко нагрелся внизу. У него, в отличие от сотен других смартфонов, нагрев более равномерный. Занимает где-то вот так процентов 70. 80, можно сказать, ну 70 даже, 70-60% смартфона. Потому что многие тупо занимают процентов 20, нагрев идет сюда, на выделители эти, на охладители. Так, ну, побенчили мы его. В общем, давайте, ладно, фиг с ним, прогоним последний бенч. Игоря в этот тест включать не буду. И следующий сделаю уже тест. И следующий тест у меня будет конкретно по играм. По играм, я думаю, все будет шикарно. Здесь шикарный процессор, шикарный 6 гигабайт оперативки. Вау, это ж вообще, это ж как титьки 8 размера. Все отлично, в общем, думаю, по играм будет. И память скоростная у него, UFS 2.0 64 гигабайта. То бишь, это вообще вот такой мощный компот. Так что он будет все рвать. Но, опять же, ребята, может быть плоховата оптимизация. К примеру, касаемо всеми показывают танчики в этом смартфоне. Я вам покажу не только танчики, я вам покажу другие смартфоны. Да, танчики знаковые, знаковая игрулька. Есть там FPS, можно сказать, такой бенчмаркинг. Танчики — это игра бенчмаркинг для смартфонов и планшетов. Но посмотрим, я же говорю, в других играх, потому что не все так гладко в датском государстве. Посмотрим, как будут другие игрушки идти. И, к примеру, я уже показал, что в Domination, ребята, есть микролаги, микрофризы. И не только на этом смартфоне, а вообще на Android в частности. Практически на всех смартфонах Android, кроме LG G5 и LG V20. Вот за что реально вот LG виртуально жму руку просто. LG в этом смысле молодцы. Они так оттачивают до блеска свои устройства, хотел сказать гаджеты, вот такое слово паразит, свои устройства не так оттачивают до блеска, свои смартфоны, свои телефоны, там как угодно назовите, что на них все просто летает, причем учесть, что здесь-то Full HD разрешение экрана, а в LG V20 и в LG G5 разрешение экрана Quad HD, то бишь напрягает сильнее еще систему, и при этом там все летает, а вот здесь, ребята, мы посмотрим, как будут эти игры.
И на других Android-смартфонах, увы, к примеру, в игре в Domination не все летает. Есть микролаки, микрофризы. Малюсенькие подтормаживания, невооруженным глазом вы их не заметите. Но мне они сразу бросились в глаза после использования моих iPhone 7. Я пропользовался уже 5 месяцев и 7 плюсом пропользовался 1.5 месяца. И вот после этого, ребята, конечно, вот эти все маленькие лаги мне становятся заметны в играх. Так, давайте поставлю на паузу, пока придет, а потом поболтаем. Фу. Пошел, поприседал, поотжимался. В горле что-то запершило. А, ну еще я думал, уже тест к концу подошел. Нет, сейчас я начну, ставлю еще раз на паузу. Еще подход. Итак, результаты 2503. Ну, хороший результат, нормальный. Здесь некоторые смартфоны набирают 2100, 2200, 2300. Так что 2500 очень хороший результат. Но есть у меня, ребята, такое подозрение, то что не работает на все 6 гигов это оперативка. Потому что будет потом в дальнейшем другой смартфон, где намного меньше гигов оперативки. И при этом он этот смартфон будет чуть ли не рвать, ни на лопатки не класть. Ну посмотрите, все в общем в дальнейшем. И это, ребята, будет не iPhone с 2 гигабайтами, который может изнасиловать этот с 6 гигабайтами. Так, а теперь, ребята, я вам обещал показать, как я закруглил края. Как в LG G6, как в Galaxy S8, как можете троллить своих друзей, показывая свой OnePlus или LG G5 и говорить, что у вас новый LG G6 или S8. Мне чувачок подсказал, опять же, подписчик подсказал, спасибон. Это программка специальная. Вот, программка называется CornFly. Заходим ее, скачиваете ее, CornFly вот этот, корнеплод этот, и все, и соглашаетесь, там будет 2 галочки стоять, обе ставите, и у вас будет скругление краев. Она бесплатная, если хотите купить ее, можно тогда будет менять, края делать сильнее, то больше или меньше, я еще не купил, да потому что не знаю вообще, стоит ее покупать или не стоит, честно говоря. А, еще можно будет менять цвет, видите, этих краев, красные делать, ну это как бы... Нужно на любителя. Черное самое оно. Вот, видите, закругление такое краев идет классно. Вот, в общем, вот так можно прикалывать ваших друзей, знакомых. Так, ну, в общем, разрядился он. Я не помню, сколько был заряд изначально. Не сильно. В общем, по бенчам, ребята, однозначно ему можно поставить твердого кошака одного. Молодец. То бишь, практически 10 из 10 баллов ему можно ставить по бенчам. Ну, вообще, нет проблем никаких. Среди Android-смартфонов это достойный представитель Android-смартфонов. Понятно, что 7 и 7 плюс еще больше везде выбивают баллов. Но, ребята, опять же, цена вопроса там в 2 раза дороже. А в следующих бенчах и в следующих вообще тестах, я жгу, мы его сравним со смартфоном, который ему подстать по ценовой политике. Или, может, даже дешевле, или капельку дороже, но в основном дешевле, конечно. И посмотрите, как смартфон с более худшим железом, возможно, нагнет смартфон с более лучшим железом. Потому что, ребята, оптимизация. Ее родную никто не отменял нигде и ни в чем. Так, ну, в общем, OnePlus 3T по бенчам супер, по нагреву супер, не сильно нагрелся. В общем, идеально все проходит, мне нравится. Могу рекомендовать его, потому что даже вот по первоначальным, вот сегодня 8-й или 9-й день уже его использования, мне все зашло на ура, кроме AMOLED-экрана. Я же говорю, ну AMOLED-экрана это индивидуальная у меня непереносимость после 9 лет пользования AMOLED-экранами. Я же говорю, если вы пользуетесь недавно, купили там год, 2-3, то у вас никаких проблем, я думаю, вообще не будет. Хотя у одного человека за год село зрение левого глаза на 90%. Вот такая вот фигня, поэтому тут же опять могу и предостеречь. Так что смотрите, как индивидуально у вас переносимость есть AMOLED или нет, тогда лучше берите что-нибудь другое на IPS-матрице, поэтому, дабы выбор сейчас великолепен, он огромен и великолепен. Так, дорогие друзья, ну в общем все, следующий у нас тест будет по играм, потом будет тест по звуку, и в конце еще один тест будет по камере. Самое вкусное мы оставим напоследок. Камера в нем, это классная вещь, я вам потом расскажу, но опять же не все так... Гладко, ребята, гладко и сладко. Будут всякие, в общем, нюансы всякие, мы все протестируем, все узнаем. И потом еще самый-самый последний 4-й обзор будет про него уже через месяца. Это я сделаю про него финальные выводы. Сейчас впереди еще предстоит 3 обзора. Камера, с конца начиная, звук
и игры. Вот три обзорчика сейчас еще будет. И потом вердикт будет, и потом финальный вердикт. Ладно, все, дорогие друзья, не буду размусолить. Все, до новых встреч, всем всего хорошего, хорошего настроения, позитивного общения. Пока-пока. Турун-турун-тун.